Какими новостями вам запомнилась эта неделя? Интересно, вы что-то слышали? Что я слышала интересного? А, что приезжали на космодром Восточный, и там какие-то будут у нас перспективы, которые, наверное, порадуют население Амурской области. Я в Китае была. У меня здесь не было недели, поэтому не знаю. Был фотокросс, организовывали, получается, просто дети. Мы участвовали, вот я второе место заняла. Ну что, ходили только купались и все, загорали. Ну, конечно. Неделя солнечная была и все. Да, наверное, ничем, подготовка к отпуску. Готовимся к отпуску сейчас вот. Да ничего, как обычно, репетировали. Мы гуляли. Да, мы гуляли, и репетиции были к аниме-фестивалю.